Ребята, всем привет! На смену жемчужным LOL и LOL Biggie Surprise пришли чемоданчики LOL Bubble Surprise. Чемоданчики идут в двух цветах – розовом и оранжевом. Это новая лимитированная серия LOL Surprise. По форме чемоданчики похожи на чемоданчики Biggie Surprise, но только они меньшего размера. А вот по своему наполнению они очень похожи на жемчужные LOL. Внутри чемоданчиков 6 пластиковых шариков, которые заполнены кинетическим песком с сюрпризами, а также шипучий сюрприз в форме сердца, который нужно растворить в воде, чтобы достать куколку и ее питомца. В шипящих сюрпризах находятся эксклюзивные куколки и питомец. В розовом это Sailor Cutie и Sailor Puppy, а в оранжевом Капитан Биби и Капитан Китти. Внутри пластиковых шариков спрятаны два комплекта одежды. Это платье русалочки, очень похожее на платье Мир Бэби, и купальничек. А также аксессуарчик для нашей куколки или питомца. И обувь. Куколки одеты в очень морские наряды. Они такие прям морячки. И вообще вся серия выполнена в морском стиле. Одной из основных особенностей этих куколок является то, что у них очень перламутровые волосы, а у куколки Sailor Cutie еще и с краплениями блестяшек. А вот так эти куколки меняют свой цвет в холодной воде. Ребята, а вам понравились новые LOL Bubble Surprise? Пишите нам в комментариях. Не забывайте ставить лайкосики и подписываться на наш канал. Всем пока-пока!